Вот, ребятки, я на второй год глаза скулил по гречке. Раньше мы выкидывали, пропадали, не ели, смеялись над теми, кто ее хочет. А сейчас в кафе вот это Васильки пирожки заехал, и там нет. Сейчас зайду теперь в Food Planet, может, там есть гречка. Нету и здесь. Зато гляньте, какая картинка красивая. Водки за 140 рублей 60 грамм взял. Ну, заебался. Ну, посмотрите, какой закат, ой, точнее, блядь, атмосфера праздника, всей хуйни. Я вообще заебался тут терпеть. Тут договорились на Махарашту Бич, Мохаммед Бич. Диана спит, сказала, никуда не поеду, ебала я в рот. Ребята хотят рыбу пожарить все, а мы сидим, спим, блядь. Поэтому не пропускайте кино про Мохаммед Бич, возможно, поедем. А эта атмосфера просто способствует. Курорт, курорт, все на курорте, на курорте. Ну сколько можно, блядь, с кислым ебалом год ходить? Я уже заебался. Нет-нет, походу надо и дунуть, и курнуть. Но если я уже такой, мне уже 44 года, я уже сформировался. А в сердце колет, когда об этом говорю. Посмотрите, тут офигенно. Они вообще молодцы. Здесь летят красоту. Вот, сейчас еще омлет принесу. И, блядь, пропади все пропадом. Извините, а что это за блюдо? Из чего оно состоит, вот это вот? Такое вот. Вот это. А вам покажи в меню, там по-русски написано. Вот, чикен корм. Курица в томатном, томатно-сливочном. Покажите название телеграмма или что. Я тут как бы не совсем крутой блогер, но у меня же 8 тысяч подписчиков, да. Сейчас нам покажут. Вы покажите мне сфотку, видео сниму и все. Это бот. Это другие кафешки, да? И это тоже будет. Это он один общий. Вот он, этот чизбекон омлет, он офигенный. Ебись оно конем. Вкуснятина. Ну и что песочек на губах хрустит, такой первый раз у них. А так все время хороший омлет. Прикол, берешь, бывает, сидишь на пляже, приносят, не хрустит на зубах. А тут сразу с кафе принесли, и на губах хрустит. Что-то у них там с кастрюлей какие-то траблы. Все равно молодцы, я сказал, песок на зубах хрустит. Они сказали, ты хочешь еще один? Я говорю, нет, хуй с ним. Он говорит, ну тогда плати 300, я заплатил. Но если бы я заказал еще один омлет, скорее всего, он бы был бы бесплатно. Фу, блядь. Пот пробило, ошарашило, это водка, блядь, 60 грамм. Вот оно тут. Кому-то на это похуй, а я считаю, я сделал доброе дело. Я сказал, они учтут, они передадут поварам, и кому-то в следующий раз достанется нормальная хуйня. Это как меня палка индусы отпиздили, мусора, я на видео снял, и теперь, я думаю, они лишний раз русских туристов не будут пиздить палкой. А вот видели, приколюха, собаки купаются. Тут недавно мы с Дианой видели, толпа стояла, переходила, человек 7 собак. Едет пьяный. Ироды, блядь. Говорят, там безопасно, небезопасно. В Таиланде, во Вьетнаме, блядь, преступники, вся хуйня. Вот, я оставляю шлем, оставляю ключ от байка, и похуй. Можно оставить хоть на всю ночь. А что ж оно так дрожит, блядь? Ребят, ссылка на дату в описании. Скиньтесь мне, сука, на новый телефон. Я его маму ебал. Зайду, да, ребят, гляну, как у них сборы идут на этот Мохаммед. Мохаммед Бич. Мохаммед Бич. Ебать, тут тапочка уже, блядь. Чувствую, меня сейчас дунут, думаю, Мохаммед Бич тут и закончится. Ты что, он так дрожит, блядь? Ага, блядь. Привет. Добрый вечер. О, привет. Я диспетчер. Ты прыгал? Мы в сети. Да. Это Леха, а я Рома. Это Таня. Это Марина. Ебать тулюсь, это Марина. Да я просто сейчас заехал в этот все-таки. А это Гена, это мы их давно все знают. Я просто заехал сейчас в этот ебаный Food Planet, взял омлет. Омлет, чиз, бекон, томат 160 рупий и Смирнов или какой-то за 160 рупий 60 грамм водки. Лусь нахуй, думаю. И я тя-тя-тя, блядь, я вот это расщебетался, и поэтому я тут блогер вертикальный, как долбоеб, вот это, блядь. Так, а вот говорит, что у нас тут? Юлька. Юлька спит и пиздец, и сказала, ебала я в рот, и опять билет буду покупать. Вот еще такая, один пассажир. Ребят, Иваку, помните, я тут стрим, он, кстати, 1000 просмотров набрал, что нам что-то подсыпали. Люди говорят, что, возможно, это правда. Там девочка на зеленом платье была, плясала. Она там такая интересная. Голубы. Этот парень подрезал индус когда ехал,
А этот разворачивается, упоротый какой-то. О, говорит, меня наебнуло.